3 по 28 сентября 2014 года в Казахском национальном университете искусств в городе Астана состоялся международный мастер-класс «Традиционное и современное японское искусство». В рамках данного мероприятия прошли лекции и мастер-классы по традиционной японской живописи нихонго и по сценическому искусству и сценографии традиционного японского театра «Но». «25 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие выставки с живописью художника Норихико Сайто и картинами преподавателей художественного факультета Казахского национального университета искусств и студентов колледжа Казнуи на тему «Образ Японии». その時から、カザフスタンへの興味は強いものとなりましたけど、で、私の東京芸術大学も音楽と美術と、と映像と、その3つの専門が大きくあるわけですけれども、同じように、カザフスタン国立芸術大学も、そういうものがあって、そういうところからも非常にこう近しい感じを、親近感を覚えています。 Сегодня два наших гостя открывают выставку. Они дают в нашем университете уже несколько лекций, мастер-классов по теме традиционное и современное искусство Японии. Они специально приехали в наш университет по приглашению ректора нашего университета Айман Кожебековны Мусахаджаевой по программе академической мобильности. Наши студенты с удовольствием прослушали лекции, мастер-классы. Отдельная часть экспозиции была представлена театральными масками, веерами, головными уборами, кимоно из личной коллекции актера Нобору Кацуми. お、素晴らしい。ユニバーシティ、ワンダフル、素晴らしい。すごい大きなね、技術大学、東京芸術大学もありますけども、カザフスタンの方がいっぱいですね、いろんな大きくてね、幸せです、カザフスタンは。これからどんどん発展していくでしょう。はい。 Церемония открытия выставки с речью выступил заместитель главы миссии, временный поверенный в делах Японии в Республике Казахстан, господин Иидзима Ясумаса. Я очень сегодня рад, что вы нам дали возможность представить японские культуры. Сегодня мы покажем вас японская живопись и тоже японский театр, но оба имеют очень древнюю историю. И это символизирует японский дух. И тоже я очень рад своими глазами видеть, вот, как молодые художники от Казахстана работают, и они любят нашу страну. Я уверен, что они укрепляют наши связи между Японией и Казахской республикой. Жапония елінен келген осы профессорларға арналған біз көрме ұйымдастырдық балалардың көмегімен. Осы бүгінгі көрмеде колледж оқушыларының 26 жұмысы ұсынылған. Жастардың көзқарасы жапондықтардың жалпы өнеріне, дәстүріне өте жақсы. Неге десеңіздер, ол кісілер келеді деген кезде біздің балалар өте сондай бір терең қызығушылық танытты. Неге десеңіз, жапон өнері мен жалпы киносы болсын, мультфильм болсын өте жақсы дамып келе жатқандықтан жастардың хабары өте мол. Сондықтан олардың берері де мол. Біздің жалпы мұғалім ретінде жандарында жүріп көмек, жалпы нұсқау беріп отырғанымыз сол да жеткілікті болды. Бірақ олар жапондықтардың өнерімен бізге қарағанда өте жақынырақ таныс екеніне көзім жетті өз басым. Также проректор по воспитательной работе Казнуи Еркенбеков Серик Джексенбекович, декан художественного факультета Юсупова Ардах Кенесовна. Мы очень благодарны господину Сайто, потому что он привез работы, провел замечательные мастер-классы. Присутствовали студенты не только художественных специальностей, но и других специальностей. А сегодня состоится еще концерт господина Кацуми, который представляет традиции японского театра «Но». Это один из древнейших, вернее, не один из древнейших, а самый древний театр Японии, театр в масках.
И вот господин Кацуми привез с собой фотовыставку с изображением масок и несколько настоящих экспонатов из театра. А сегодня вечером он покажет отрывки из традиционных японских спектаклей. И мы, конечно, ждем с нетерпением и благодарны профессорам, благодарны нашему университету, который приложил все усилия, чтобы это было, чтобы приезд профессоров был возможен. Благодарны посольству Японии, которое тоже поддержало поездку своих профессоров. И мы очень надеемся, что традиции такого сотрудничества будут продолжаться. И, в принципе, этот визит уже состоялся в рамках академической мобильности. И мы надеемся, что нам тоже удастся повести наших студентов, преподавателей с выставкой. И могли бы тоже представлять искусство Казахстана уже на земле Японии. В рамках программ курса повышения квалификации и академической мобильности профессорско-преподавательский состав и студенты КазНУИ прослушали интересные лекции, мастер-классы, просмотрели видеофильмы о прошлом и сегодняшнем состоянии развития японской традиционной живописи Нихонго и традиционного японского театра НО. Вечером в зале Жамбыла КазНУИ впервые в Казахстане состоялось выступление актера театра НО. Момент одевания маски – это всегда ритуал. Главным средством выразительности в театре НО является маска «Номен» или «Омоте». При надевании маски актер тем самым сразу входит в образ. Нам удалось это увидеть. Все студенты и преподаватели Казахского национального университета искусств были в восторге от выставки и театрального произведения Японии, высказав после спектакля свои впечатления. Вообще удивительное событие происходит здесь, сейчас, в Университете искусств, потому что состоялась и выставка, и состоялись какие-то театральные постановки людей, которые, в общем-то, представляют собой, очень играют большую роль в японской культуре. Я очень рада, что это пространство становится связью между Японией, между Казахстаном, потому что здесь мы вдруг впервые видим какие-то те традиционные вещи, которые, в общем-то, мы открываем только по бумажке. Мы можем учиться у Японии, опять же, возможностью исторически сохранять наши традиции, эти традиции, которые, возможно, будут трансформироваться в каких-то новых видах искусств, в видах направлений театральной деятельности, изобразительной деятельности. Я решила посетить это мероприятие, потому что мне нравится сама Япония, ее культура, ее искусство. Я очень обрадовалась, когда услышала, что сюда приедут такие художники. Я очень жду скорее начала этого спектакля. Я ради него только и осталась, потому что я очень хочу увидеть эти маски, его выступления, как он все это будет делать.